Давай. Вы что считаете, это нормально? Вы что считаете, это нормально, то, что происходит сейчас? Ну, куда отойдите? Я еще раз говорю, я сотрудник, я представитель власти. Они считают это нормальным. То же самое, зацепление, выйдите и снимайте. Ага, хорошо. Я понял вас, товарищ. Товарищ, я понял вас, не трогайте меня. Я вас тоже не трогаю. Я понял вас, я вас услышал. Вот, смотрите, как забирают. Смотрите. Смотрите, смотрите. Смотрите, что творят. Я никого не трогаю, ничего. Да, да, отпустили. Вот, смотрите. Смотрите, что у нас творят. Сотрудники ОМОНа. Смотрите. Ну нет, Катюк, все это будет на телевидении теперь. О, отлично. Вот смотрите, как женщина наша уволит силой, мужской силой уволит. Да, давайте, стеночку. Давайте, давайте. Все, сделали живую ограду. Стена живая, да? Вот, вот, лохай. Вот полковник. Вам нравится? Вам это нравится? Вообще все. Аккуратно, аккуратно, а то еще попадаете в канал, слышь? Пока трое. Четыре. Вон Саню увели. Вон еще одного задержанного повели, смотрите. За что, так говорится? За то, что не так сказал. Правда, глаза режет. Вон повели еще одного задержанного. Вот, пожалуйста. Вот так вот у нас здесь происходит.